Слушай, какие идут, давай, записанные просто. Давай, брат. Давай. Девушка, девушка, вашей маме зад не нужен. Юрец, ты чего, не так надо, смотри. Девушки, секунду, можно? Сейчас. Девушки, здравствуйте, я должен сейчас вам представиться. Меня зовут Артем, вам наше знакомство понравится. Ведь две такие красавицы, приятно одеты. Нас разделяют с вами эти никчемные метры. Но мне нужны ответы на банальные вопросы. Иначе это выглядело бы совсем уж просто. Нам нужен мост между вами и машиной. Я знаю четкий комплимент, у вас так мало жира. И целый мир обысков не найдешь таких, как вы. Соблазнительные дамы редкой красоты. Мы еще на вы, но скоро изменим мышление. Я правда стараюсь, поднимаю настроение. Какие же черты лица, какая фигура. Вы словно памятник, южная архитектура. И даже Юра, который придирчивый парень, сейчас вам скажет: девушки в порядке. И это не вода, это правдивые строки. И вы меня не бойтесь, не возьму ваши соки. Вы точно в шоке, и я надеюсь, что приятно. Голова кругом, и ноги становятся ватой. Да я смотрю без мата, вы без слов красноречивы. Я прям ушатан этим взглядом ангельской дивы. И все так мило, предлагаю присесть в машину. Все будет хорошо, смотрите на это обширно. Мы можем просто прогуляться или сесть в кафе. Кальяны, кальяны, это уж нам по душе. А позже ночью мы будем кататься по городу. Вас устроит, что действуй по этому поводу. Красавчик!